Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Димон Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Давно не было у нас рубрики «Аниматроники пугают охранников». Всего два дня, но вы пишете в личку постоянно записывать это. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Это очень классная карта, она оптимизирована, вверху есть классные кнопки. Ребята, не забывайте подписываться на наши каналы и ставить колокольчик. Видосики выходят каждый день. Ну, чтоб звенел. Так, смотри, тут Мишка был желтый, он уже исчез, это первая стадия ночи. Звук такой классный здесь, мне нравится. Слышишь? Да-да-да. Это шкатулка уже завелась? Да, видать, марионетка бушует. Так, марионетка, успокойся. Димон, есть священная вода? Надо ей три раза по схемам плеснуть, и она закоротнет и умрет. Уже пришел, смотри. Димон, ты даже Мишку потеряла. Испугался? О, кстати, щелочка. Так, прям в глаза будем смотреть. Опа, и шел. О, у тебя маска есть. Красава, Димон. А, да как? Офигеть, а? Я не понял, как это произошло, но очень интересно. Димон, ну ты тоже умер был? Да. И ты его держишь, а он ушел. Димон, бросай его, он ушел. Тут душа осталась его, Димон. Да как это реально, он тут стоит? Да что такое, ты мне физгана? Нет. А, не, нету. Не, как будто кто-то стоит. Димон, это мангл, что ли, лезет? Блин, Димончик. Димон, заходим обратно в хату. Да, блин, калитка, открывайся. Так, быстрее берем этого. Блин, кого же, а? Застрял. Ты в ком-то застрял, в каком-то аниматронике. Так, давайте Мишку сюда положим. Может, Димон, он сюжетку другую сделал, разработчик? Другие аниматроники будут приходить? Что ж такое? Да чего не так? Она уже сидит. Да что ты там застреешь? Да смотри. Димон, лети сюда. Жесть. Да там этот мангл, ой, этот баллон бой стоит. Он меня цепляет за себя, у него щупальца. Давай дверь удалим, так будет интересней. Да, хоть видно. Че она так долго сидит? Уходи, противная. Да что ж такое, смотри. У нас я целюсь в медведя, а мне потом баллон бой берется. Да как это? Это получается фантомно, что ли? Да что ж такое? А кого ты хочешь потрогать там? А, то где ты их уже штук 100 взял? Уже два есть. Давай третьего. Наши друзья. Давай я так возьму, положу. Вот, блин. Офигенно, надо ведро помойное выкинул. О, все, три мишки есть. Еще есть какие-то на карте или нет? Или три штуки только? Да, в туалете есть, пойдем. Пошли. Димон, я подожду тебя тут, иди. Да как? А, я живой, это просто был испуг. Я только возродился, меня сразу съели. Смотри, три штуки пришло, ничего себе. Так, придется брать оружие. А их не берет оружие, Димончик. Да берет, берет. О, ушел. Ушли. Да блин, смотри, мангал опять пришла, вентиляция сидит. Давай, ну попиши ей морду. Так, пошли собирать пасхальные мишаньки. Пойдем. Кого ты там машешь? Дима, наш ветер идет, красавчик. Хоть будешь ветер делать. Ого! Здрасте. До свидания. Здесь это медведь должен быть. А может, он и есть там уже один? Так, ладно, давай дальше. Смотри, мечом не махнет, а ты два штуки с меня сделаешь. Нету. Три. Может, он, Димон, знаешь, мишки телепортируются по всей карте. Может, где-то он в другом месте оказался? Так, мангал, привет. На сцене никого. Должен быть медведь. Вот, а вот эти мишки можно брать? Нету. Блин, украл фонарик, как ты говно. Прям во мне ты пыхнулся. Блин, было прикольно. У тебя есть фонарик вроде. Есть. Но он когда во мне ты пыхается, нема фонарика. Во, смотри, какого засранца я поймал. О, давай его туда несем, к нам в хату. В кладовку понесем его. Аккуратно, это очень опасный вид аниматроников. Да ладно. Фонарик ворует. Толстый, что не пролазит. Не пролазит, Дима, но только ты пыхаться можешь. А мы сейчас его просунем. А как ты это сделаешь? Не, Дима, не работает на него. Присиженным, да, хотел? Хитрый. Да. Не-не-не, не хочет. Ладно, мы в следующий раз дверной проем побольше сделаем. Он сейчас все равно телепортируется, наверное, к нам туда. И мы его оттуда перенесем. Что так? А вот как так можно быть таким толстым? Не, Дима, ждем, когда он к нам сам придет. Ого, их там. Аж один штука. Ладно, я тебя на сцену поставлю. Будешь на сцене.
петь. Выступать будешь, у тебя концерт сегодня. Так, Димончик, я иду нам в офис. Вот, концерт с Фредди. Все? Так, нормально. Тут черепушки какие-то летают. Мужики, вы чё? Я к тебе не могу прийти, у меня здесь марионетка зажала. А, так, ребята. Ого, три штуки сразу! Димон, я тебя вижу! Привет! Давай портал возьмем, стой. О, давай. А где он? Он где-то здесь. Я не помню где он. А, вон, нашел. Могу перчатку Таноса взять. Так, смотри, Димон. Давай, ко мне иди. А, куда? Сзади тебя портал есть. А, вижу. О! О, привет! Привет! А я тебя знаю. Ты конченый. О, видел, но какая-то жопа пролезла. Ты чё тут летаешь у меня дома? Смотри, я кого-то поймал. Так, Диман, давай, я там сзади тебя жду. Ой, чё за говно? Да чё? Ой. Так какой Рахит поставил так портал? Даже не знаю. Тоже так поставил. Давай так сделаем лучше. О! Какое? Да, это, ну иди сюда. Я тебе... О, давай сюда куклу неси. О, она ты пыхнулась. Молодец, Димончик. Давай, все слаживаем сюда. Че она летает? А че она так делает? Все. Все нормально. Дима, так это наш подписчик, чумной доктор. Проанализируем. Давай, давай, в очередь 500, 400. Сейчас на... Так, Мангл сидит, ты че там? Да. Дима, ну ты мужик. Все, разгромил эту куклу. О, тут баллон бой ходит, Димон, вы... Ну нафиг. Че ты ожил? А ну мочи его и сразу сюда. На тебе. На, Димончик. Блин, я сам себя убил, Димас, через портал. Ты меня, короче, в жопу ранил немножко. Я, Димас, я целюсь в портал и сейчас тебя убью. Короче, давай я наш портал в другом... Ух ты, о, я живой. О. Я переставлю портал, теперь ты не сможешь меня убить. Hello. Да спасибо тебе, ну. Ой, блин, порталы пропали, Димас. Я просто... Ай, больно. Это мне карма, Димас, меня убили. Да, нельзя так, нельзя порталы ломать. Так, что делать будем? Не поставил. Можем туда гранату кинуть. Во. Димас, классно. О. Ты придумал. Ставь прямо под аниматроника, я сейчас ему гранату закину. Давай. Бомбушку. Бомбушку. Ноги торчат. Смотри, какие баги, Димон. На тебе. Димон, она здесь выпала, бомба. Ну нафиг. Взрывай. Я живой буду. Но. Все четко. Если сесть на картофана, и вообще не отняли жизни. Так, Димас, давай вот какашками тут обкидаемся. Слышишь, вон она ходит здесь. Все, говнюшки накидал. Во. Hello. Кто там есть? Да, какашки мы. Так, бомба, я могу бомбу закинуть? О, Димас, смотри, какую я бомбу поставил. Да как раз поставил, во, я вижу ее отсюда. Ого. Кстати, я взрыв видел в... Ах ты. Я в портале видел и там одновременно взрыв. А, Димон, я ж тут стою. Смотри. Ладно, давай поставим там портал. Чё? Что? Я портал переставил. Да как это делаешь, бомба? Димон, что ты за фиг... Эй! Уходи! Что за говно? Как ее обезвредить? С понятия. Она шумит, как ракета. Это ракета. А ее можно удалить? Не могу ее удалить. О, пропала, Димон. А не. Да вот она. Ну пусть летит. Куда-то прилетит по-любому. Сейчас я остановлю. О, Фредди, до свидания. А, Димончик. Так. Да блин, там сзади уже и Фокси все поприходили. Я не могу поменять оружие. Из-за того, что ракета... Короче, я ее своим туловищем обезвредил. Я понял. Нет, а Дима, на всякий случай, я вообще стрелять не буду. Это на испухи взять. Если ты подойдешь, я стрельну этой бомбой.
Димон, он подошел. Если вы не отойдете, я еще раз стрельну этой бомбой. И я хитрый, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Это сейчас.